В очередной раз делегация из Печоры побывала на Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика Крахаль-2018». Ежегодно именно здесь собирается лучшая молодежь Республики Коми. Образовательный форум проходил со 2 по 7 июля в Ухте. Организаторами выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина и Республиканский центр поддержки молодежных инициатив. В этом году форум собрал около 200 участников, 40 волонтеров, 10 организаторов и экспертов. В 2018 году «Инноватика» была посвящена Году добровольчества в России и Году культуры в Республике Коми. Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет приезжает сюда, чтобы получить новые знания в различных областях. В этом году на форуме работали 9 площадок. Молодежные медиа, ты предприниматель, молодежное самоуправление, волонтерство, арт-республика, патриотизм, молодые ученые, работающая молодежь и кадры государственной молодежной политики. Печерцы проявили себя на всех площадках, на которые работали. Наша делегация составляла 18 человек. Первый раз такая большая делегация поехала на образовательный форум. И мы показали себя исключительно с лучшей стороны. Очень замечательный был микроклимат в коллективе. Друг друга все поддерживали, друг другу все помогали. И, видимо, поэтому мы запомнились всему форуму и всей молодежи Республики Коми своим позитивом, своей активностью. В делегации составляли у нас были студенты Печорского промышленно-экономического техникума, работающая молодежь, прямо организованные, кого отправили руководители предприятий, целенаправленно отправили на форум, потому что понимают значимость у этого форума, да, и значимость активной молодежи, которая работает у них на предприятиях. Вся республика нас узнала. Добились мы того, что из 10 человек, которых поблагодарила дирекция форума, 3 человека были представители нашей делегации. Помимо этого, печерцы представили на конвейере проектов работу Руслана Фаюршина «Виват юнормейцы». Проекты Виктории Ершовой «Учись жить красиво» и Егора Логинова «Игрополис». К финальному этапу защиты проектов был допущен только Руслан Фаюршин, но выиграть денежный грант ему так и не удалось. Зато Руслан получил другой, не менее приятный и важный подарок. В мае месяце в Республике Коми проходил конкурс, смотр конкурса юнормейских отрядов Республики Коми. И юнормейский отряд 4-й школы занял 3-е место. Ну вот, на форуме «Инноватика Крахаль» за это нас как раз-таки наградили, вот, пригласили на сцену меня совместно, да, с куратором Ириной Анатольевной Шаховой. И вот вручили, наконец-то, долгожданные наши 10 комплектов формы юнормейской, ну и диплом. Один из самых приятных моментов на протяжении всего форума, конечно, был приезд Шаховой Ирины Анатольевны, да, то есть куратора нашей делегации, потому что ни с одного муниципалитета не приезжали. Вот, и очень было приятно, приехал очень с пустыми руками, приехал с подарками для нас, вот, в общем, порадовались, вот, очень приятно было. В рамках форума также были подведены предварительные итоги года добровольцев Республики Коми. Из всех муниципалитетов Печора оказалась самой активной благодаря совместной работе волонтеров и волонтерских объединений. Заведующему сектором молодежной политики администрации муниципального района Печора Сергею Бобровицкому руководитель Доброштаба Республики Коми Ольга Залевская вручила баннер и сувенирную продукцию с логотипом года добровольца. То, что мы занялись в данный момент при подведении итогов экватора года добровольцев, первое место в рейтинге среди муниципалитетов Республики Коми. Это очень ответственно, потому что впереди окончание этого года. И очень хочется, чтобы мы на первом месте в рейтинге так и остались на окончании года. Поэтому будем работать. Я думаю, будем работать все вместе. И не только для того, чтобы показать, что мы вот как-то вот в рейтинге тут первое место заняли, а для того, чтобы сделать наш мир и наш город лучше. Хочется выразить огромную благодарность всем людям, которые проживают в городе Печора и кто принимает участие в добровольческой деятельности. Я уверен, что каждый наш житель Печоры принимает в добровольчестве какое-либо участие.
Печорцы действительно отличились во всех областях. Отдельными благодарностями были награждены самые активные участники делегации – Андрей Разуев, Глеб Левченко и Анастасия Потокина, а также волонтер медиа-центра форума Олеся Павленко. Впереди у участников инноватики воплощение появившихся идей, совершенствование приобретенных навыков, общение с новыми друзьями и, конечно же, новая, девятая инноватика.